Акция ГИБДД «Родительский контроль» прошла на территории Люберецкого округа. Она призвана сократить количество ДТП с участием детей возле учреждений образования. Наша съемочная группа проверила, как идет акция, и отправилась к 52-й школе. Переход к школе должен быть безопасным. Об этом в очередной раз водителям и самим ученикам напомнили члены родительского комитета и сотрудники ГИБДД. Они выстраивались на пешеходном переходе, чтобы предупредить водителя о приближении ребенка. Данная акция направлена прежде всего на профилактику предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также предупреждение детей о необходимости соблюдения правил безопасного перехода дороги. Также во время акции проверили и наличие световозвращающих элементов. На одежде или личных вещах ребенка они должны быть обязательно. Ваша задача в школе наклеить или на лямку рюкзака, или на боковую спинку рюкзака. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы машина не сбила. Правильно, для того, чтобы вас увидели в темное время суток водители. Правильно? Да, настоящий световозвращающий элемент или нет, необходимо с расстояния 20 сантиметров его сфотографировать со вспышкой. Посмотрите, какой эффект будет. Главными участниками акции стали сами родители. Например, Геннадий Бардин – отец двоих детей, которые учатся в 52-й школе. Пришел на акцию перед началом работы, чтобы напомнить всем об элементарных правилах дорожного движения. Вводим детей в школу. Ну, сейчас уже самостоятельно они, конечно, ходят, но до этого, когда водили, налицо как бы были периодические нарушения. То, что я видел, что и дети немножко расхлябанно ведут себя на дороге, и водители зачастую как бы нарушают откровенно правила движения. Там. В 52-й школе родительский патруль действует на протяжении всего учебного года, поэтому подобную акцию там проводят регулярно. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.